Сумасшедшими были не она и не они, что скрипка была. Тело, от нее камера так наезжает на ее любимый футляр, с которым она носилась все время. Вдруг вам захочется поздравить папу с днем рождения. И вы снимете о нем небольшой фильм. Почему ему было приятно? Когда ты сидишь потом на монтаже, думаешь, так, мне же надо, чтобы она как бы вот расстроилась. А она же никак не. Будет тема о детстве. Как я это сделала? В чем будет?